канала Fashion TV. Вы смотрите программу «Светская жизнь» с Еленой Гичун. Сейчас мы находимся в ресторанном комплексе «Шелк», где пройдет показ новой коллекции причесок от компании «Эстель» под названием «Amor». Яркие, стильные, модные прически, а также модное окрашивание мы увидим прямо сейчас. Долго шли к этому проекту. Это очень быстрое решение. Главное, чтобы Академия жила. И когда мы понимаем, что мы делаем не стены, а делаем площадку для общения людей, поэтому это очень быстро. Сегодня два главных праздника. Первый праздник – это день рождения Путина. И второе, наибольшее такое событие – это открытие Академии «Эстель» в Москве. Все желающие сегодня могли прийти на экскурсию в нашу Академию, увидеть наше творческое пространство. Какая ваша самая любимая продукция «Эстель»? У них вышел новый продукт, это «Higher Couture» от «Эстель». Мы совсем недавно с ним познакомились и плодотворно с ним работаем. Мне он очень нравится. Я на самом деле дружу с компанией «Эстель» давно. Они поддерживают практически все наши крупные мероприятия, мероприятия канала Fashion TV. Я очень люблю их спреи с кератином, которые уплотняют волосы. Роскошные маски и, конечно же, шампуни. Бальзам для волос. Вот я постоянно ей пользуюсь, и мои волосы как бы приобретают такой блеск, шелковистость. После бальзама шампуня легко укладывать волосы. Обязательно лаком тоже пользуюсь, сильной фиксацией. Я очень давно пользуюсь косметикой для волос, да, и это и шампуни, и маски. «Эстель» – это очень большая компания, она очень серьезная, она креативная, она очень полезная. Она, вот, ну, правда, я, если честно, могу признаться, что я пользуюсь продукцией компании «Эстель». Мне очень нравятся шампуни, мне очень нравится у них маска. Я, к сожалению, не могу сказать название, но у них очень крутой лак. Для объема тоже у них очень крутой мусс. У меня любимая продукция – это вся линия «Бархатный сезон». Ждет на показе «Эстель»? На показе ждет новая коллекция, которая проходила у нас в Питере, «Amor». Плюс представит коллекцию у нас «Москва». Это романтика, любовь. Все самое незабываемое, интересное и, как всегда, непревзойденное. Создавалась коллекция «Эстель»? Ну, коллекция «Эстель» обычно создается творческой группой, в которой входит очень много, это, конечно, и парикмахеры, модельеры, и фотографы, и режиссеры. И в данной коллекции «Amor» мы показывали понятие веры, надежды, любви, и что она вечна, и она не умирает. Показ новой коллекции «Эстель». Новая коллекция «Эстель» – это, конечно, незабываемые образы. Последние тенденции стрижек – самые актуальные, самые носибельные, которые легко выполняются, легкие и эффективные. В этой коллекции были отображены различные стрижки. И очень хочется отметить, что вся эта коллекция была придумана для, как мы это называем, для московской искушенной публики. We'll be right back.
ваши поздравления для компании Estelle? Ну, во-первых, хочется пожелать им процветания, расширения и всего, всех благ. Ребята молодцы. Так держать. Развиваться и больше и больше гастролей по всей России, потому что мне лично хочется, чтобы увидели все это шоу. Я желаю развиваться, развиваться, развиваться не только в России, но и за рубежом. То ярко, если прическа, то динамично. Коллекция Amor сочетает в себе смелость и футуристичность в модной эстетике 2016 года. Мы очень рады, что компания Estelle разрабатывает новые тенденции в моде. Вы смотрели программу «Светская жизнь» с Еленой Гичун. I love Fashion TV. 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 I love you, Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.